Привет, ребят. Вы только из Малайзии прилетели. И сколько мы там, 7 дней были, визы продали, просто балийские. И в Куала-Лумпуре там побывали, и в Пенанге. Но разговор не об этом, разговор о гриппе. Это ужасный просто грипп, тяжелейший. Я так не болел никогда, наверное. Ну, по крайней мере, там, может быть, в школе и было разок так же вот сильно. Причем срубило всех. Меня, Виолетту, Леру. Средняя температура вообще 3 дня по семье. Там около 39, 38,5, наверное, точно градусов. Ужасно. Мы, значит, отвалялись там. Ребята тоже вот на Бали здесь. Мы, кстати, перед отлетом с ними пообщались. Причем пообщались, ну, как минимально. То есть, ну, так, поболтали, наверное, минут, ну, сколько, ну, полчаса. Все, больные все вообще сразу. Я не понимаю, в общем, как он передается, но в любом случае это очень серьезный грипп. Очень серьезный грипп, который, видимо, будет очень сильной эпидемией мировой вообще. Вот, поэтому будьте внимательны, готовьтесь. Вот, но не кипишуйте. В принципе, 3 дня температуры, и сейчас вот сколько прошла неделя, остаточный бронхит, причем такой с хрипами, вот, ну, немножко башка болит из-за того, что пазухи там какие-то забиты, наверное, сопли, вот такие вот остаточные симптомы, но в целом более-менее пережили, вот, поэтому думаю, летательных исходов много не будет. Ну, их, конечно, придумают. Какие-нибудь там фармацевты. Вот. Но в любом случае будьте внимательны. Виолетте пытался купить лекарства. Какие-то, ну, жаропонижающие, иммуномодулирующие там в Малайзии. Захожу в аптеку. Значит, там, наверное, штук 50 или 70 разных вариантов, там, пожалуйста, бери, не хочу, разных лекарств. Начинаю переворачивать, читать ингредиенты. Парацетамол 250. У всех вообще. Просто у всех. Ну, где-то еще витамин С там добавляют, аскорбиновую кислоту. Разброс цен там от $1 до $50. $50 за упаковку парацетамола. Вообще, я стоял там, ржал просто, как над людьми сейчас. В наше время просто, ну, издеваются, да, ну не издеваются, обманывают просто. Вот, поэтому не ведитесь, ничего страшного, даже если цепанете, пройдет. Вот, но курицу мы не едим, свинину тоже. Вот, едим овощи. Поэтому грипп это, наверное, овощной. Вот, поэтому я думаю, что надо ему мировое название придумать такое, да, то есть это будет эпидемия, мировая эпидемия овощного гриппа. Все. На этом пока.